Два Фафнера на арене. Вы готовы? Да. 3, 2, 1, фу! Это мне очень понравилось. Всем привет! Вы на канале Мишаня, и сегодня у нас распаковка Бэя. Всем привет, ребята! Вы на канале Мишаня. Сегодня у нас необычная распаковка. А почему необычно? Потому что блейдеры сами не знают, что находится в этой коробке. Ребята, спонсором и другом является интернет-магазин B-Blade Shop. Самые крутые, модные, крутые бэи вы можете найти там. Ребята, мы передаем привет Леон 127, Blader Kids, Кирилл Архипов, Саня Кросс. Ну, давайте распаковывать. Поехали. Что нам прислал магазин B-Blade Shop? Давай. Раз, распаковал. Следующую. Следующий скотч, аккуратненько. Дальше. Тут что? И еще последний. Там-та-дам-та-дам. Наверное. Сначала попытки. Дальше. Что? 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 Каратоми. Что? Такаратоми. Это первый наш такаратоми. Ребята, ну как вам распаковка? Ты доволен, Мишаня? Да. Ребята, покупайте оригинальные Бэйблейды в магазине B-Blade Shop. Адрес сайта вы увидите под видео. Вот такая у нас коробка от Такара Томми. Тут он идет с лаунчером. Тут его детали. Верхняя часть силуэти, железная часть. Драйвер, запускалка. И тут его плюсы, минусы. Вот так он, в принципе, выглядит. Что тут еще? Слабые и сильные его вот стороны, как мы видим. Мишаня, давай распаковывай побыстрее. Я хочу побыстрее увидеть, что там внутри. Покупайте только фирменные Beyblade в интернет-магазине beyblade.co.ua. О, уже коробка пошла. Вау! На нож. Это еще не все. А, да, наклейки. О, наклейки. Ой, посмотрим, какой следующий бэй. Да, и мы сейчас увидим, какой следующий бэй. Я пока открою. Давай. Вот такая карточка. Так, карточка Блейдера. Наклейки. Наклейки. Вот так, что у нас есть в коробке. Вау. Наклейки очень крутые. И что? Ой, вот следующий. Вау. Смотри. Нет, это мы еще не полностью раскрыли. Вот, следующий бэй у нас будет вот этот. Как он называется? Кто умеет читать на японском, ребята, ну скажите его название. Вот, запускал там. Да. Можно. О, смотрите, наконечник от ахиллес. Ребята, вот такие лаунчеры. Желтого цвета, красного цвета. И вот такой следующий бэй у нас появится в следующей серии от Такара Томми. Дальше давай, раскрываем давай коробочку. Так, вот все тут, ну, вот о нем так, тут характеристики. Да, тут инструкция, ребята. Вау, драйвер первый, железка. Вау. Смотрите, ребята, суть этого драйвера. Он, у него плавающая головка, как вы видите. Тут есть зубцы, и когда он падает на арену, видите, тут зубцы не дают ему крутиться. Мы это проверим на арене, что это дает ему. Плавающая головка. Леш, а ну потрогай плавающую головку. Да, мягкая очень. И как наконечник, как у Геркулеса. Да, и смотрите, похож. Держи, держи. Смотрите. Видите, она плавающая, она в разные стороны вот двигается. Вверх, вниз. Да, очень крутой драйвер. Дальше он, ротики. Дальше у нас тут его как бы крылья получается. И это идет амортизация при атаке. И он еще сам раскручивается, если его рукой запустить. Видите, вот эти зубцы, крылья, амортизируют. И получается, его трудно, сложно атаковать. Ребята, тут такие у нас не болтики, видите, тут не болтики, а Такара Томми вот такие заклепки. Видно сразу, что это фирменный бэй. Дальше у нас идет железка. И тут написано, тут две звездочки у нас, как вы видите. А номер какой? А номер должен быть 8. 8 с черточкой. Минус 8. Минус 8, 8 с черточкой. Ребята, мы сейчас это все взвесим.
Лаунчер, Леша, продемонстрируй нам. Вот такой короткий лаунчер, но очень сильный, очень, я думаю, хорошо будет запускать. Тоже тут заклепки и... Левосторонний. Левосторонний. Ребята, давайте взвешивать. Поехали. Друзья, взвешиваем сначала полный Fafnir F4 от Акара Томи. 48 грамм. Теперь копию F3 от компании S3. 36 грамм. Теперь по частям давай взвешиваем от Акара Томи. Верхняя часть, крышка. 20 грамм. Так мало. Копия F3 10 грамм. Кольцо, железка. 20 грамм от Акара Томи, копия от F3, S3 компания. 19 грамм. Драйвер. 6 грамм. Копия драйвера от S3, Fafnir F3. А нет. 5 грамм. Круто. Ну что, ребята, протестируем. Геркулеса верхушка тяжелее. Ребята, покупайте фирменный Bay в интернет-магазине bayblade.co.ua. Ну что, ребята, распаковка получилась у нас удачная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мишаня. В следующем видео вы увидите бои Fafnir F4 против копии Fafnir F3 от компании S3. Пока-пока! Подписываемся на канал. Пока!